Законопроект о внесении изменений в закон о госбюджете на 2020 год был одобрен в первом чтении на первом пленарном заседании осенне-зимней сессии парламента. Так, объем госбюджета уменьшается по доходам на 649,5 миллионов леев до 37 миллиардов 201 миллиона. Уменьшение по расходам на 1 миллиард 856 миллионов до 53 миллиардов 200 миллионов. Соответственно, дефицит уменьшается на 1 миллиард 207 миллионов леев до почти 16 миллиардов, что составляет 7,8% от валового внутреннего продукта. Среди основных факторов, определивших внесенные изменения, корректировка бюджетных показателей на основе пересмотра прогноза основных макроэкономических показателей, эволюция национальной экономики под давлением последствий пандемии и стихийных бедствий, снижение затрат на некоторые неприоритетные программы, дополнительная поддержка фермеров путем возмещения налога на добавленную стоимость, а также корректировка фондов обязательного медстрахования и бюджета государственного соцстраха, в том числе увеличение единовременной помощи получателям пенсии с 700 до 900 леев.